Вот, друзья и гости моего канала, 1 ноября сегодня, какой чудесный день, зарядил капкан на путике. Сейчас буду заряжать и проверять какие-то, ладно, давай. Вот еще один зарядил, такая сосна, это вот, силки на куропатку висят, тут куропатка и в них ходит, зимой оставлю их. Такой, как не поймешь, что дырка, не дупло. Там вот приманка и так вот капкан со сбежиком. Что вот так вот. Ну вот такой пень. Типа тут от снега я вот закрыл, видите? Там вот от глухарки. Шерсть там, перья, голова. Такой сбежик и капкан. Так что вот так вот. Вот такое сушина. Тут дупло, сбежи к нему, там вот капкан и приманка от рябчика. Это место у меня такое, тут ручей идет, вот там. Я всегда по ручью вниз иду, рыбачу, спускаюсь где-то до сюда примерно. И всегда чищу рыбу, вот сюда, кишки там. Я домой рыбу не несу с кишками, с этим, я стараюсь. И себе там весной всегда на водоеме почистить, принести чистую рыбу. Так что вот сюда кишки, головы, чешую. Ну, ручей хороший, хариус есть, налимчик есть. Есть малявка, даже гащучка есть. Мне друг ловил щурят, но я не ловил никогда на нем. Налимчик и хариус заловил. Ладненько, до свидания, друзья. Ой, до свидания, дальше идем. Еще один зарядил. Тайга троечка. Звел еще один капкан. Высота больше 2 метров. У меня 1,84 м. Мел, 1,86-1,87 м. Короче, на вытянутую руку. Еле я его поставил туда. Еще несколько лет назад я этот путик делал в январе. Тут год снега много было. Повесил вот крылья от кополухи. Там шел. Все избегано горностаем. Сэдбэш по коме. Черный хвост. Из-за того, что он белый, зимой и летом у меня кончик хвоста черный. Так что вот так. Вот сбежик. Такая деревина. И вот, что капкан тут стоит. И там приманка. Видите, как выедено? На моем канале есть видео куница в капкане. В прошлом сезоне, в конце сезона, в феврале, вот тут взял 2 куницы. Друг за другом получается. Видите, как вы, что вот так вот. Вот, друзья, подошли, видим, пусто. Тут у меня шкура белки на приманку висит. Я делаю как, когда добывается белка в петле, еще не вылинившая, оставляю вот в хвосте этот хвост, ну, прям в шкуре голову, лапки. Он как чудесно. И такая на приманку. Там прям в шкуре голова, хвост, лапки и все нормально. Ладно, друзья, пойдем. Вот такая лиственница мощная. Тут К2 стоит, приманка белка. Ничего не попалось. А-то какая. Там ручей течет внизу. За чепом капкан стоит, вот сбежик. Такая сушина. Дупло. Вот очеп. Там капкан стоит и приманка. Так что вот так вот. К2 стоит. Сосна. Пусто. Вот. Еще один зарядил. Еще один зарядил. Это у меня голубь на приманку. Когда время приходит, начало охоты. Я среди нахожу мертвых голубей по поселку. Собака вон белку нашла рядом с капканом. Так что если нахожу мертвых голубей, собираю на приманку. Вот заряжаю, зарядил. Глухарка на приманку. Капкан буревестник, сбежик. В следующий раз приду,
от того дерева сделаю очеп к этому капкану и поставлю его с очепом. Что вот так вот. Ну что, у меня осталось еще два зарядить и два проверить. Вот взвел капкан. Он капкан. Там кишки глухарки. Такую кору так поставил на елку. Сейчас лэп. Нас на мороз берет по прогнозу. 19 что ли должно быть. Сейчас мне туда шуровать. Там надо зарядить один. И выходить. И на выходе там два капкана проверить. Я его и зарядил. Вон там что. Приманка. Глухарка. Что вот так вот. Вот. Пусто. Сосенка. Хороший сбежек. Пусто. Вот под такой елкой крайний капкан у меня стоит. Приманка, рябчик. Пусто. У нас уже зима, снегу вон нахреначило. Так что все, ребята, сегодня 1 ноября. Всех друзья, коллеги, так сказать, с открытием официальным по куничке соболю. Ну ладно, друзья, что говорить. Всего наилучшего желаю. Всем хорошего промысла в этом году. Николаевичу Бродяге привет. Средний Урал охота рыбалка привет. Михалычу привет. Да многим привет. Ребятам всем. Всех с открытием, друзья. И желаю хорошего сезона вам. Алексеевичу, соседу моему, тоже привет. Сосногорска охотнику тоже привет. Соседу по капканам, так сказать. Илюхе привет. Так что всем, друзья, привет и желаю всего наилучшего. Я сейчас пойду домой. Я, в принципе, недалеко от поселка сегодня. Что? Вот так что. Ай да, мои верные товарищи, друзья и помощники. Всегда рядом со мной. Ладно. Все, на этой веселой ноте. Все. Друзья. До свидания. До новых встреч на канале.